Всем привет, друзья! С вами Хантас. Залетел на Бладе. Сервер только-только появился. Ну, вроде как 15 минут прошло, но сервер только-только появился, потому что я список обновлял, прям ждал. Вот. И практически появился там, где я хотел жить, в принципе. Здесь у нас получается гараж, переработчик. Вон там он дальше. Можно будет ойлку лутать. И будет все шикарно. Наверное, прям здесь построить где-нибудь. Мест на новой карте просто до хрена. Давненько хотел поуживать на новой именно. Что-то как-то и общественное в основном на старой запускают, потому что не всем она понравилась. Тишина просто лютая. В чат никто не пишет. Сервер только-только появился. А, здесь боты тоже есть, то есть особо не поперерабатываешь. Хотя они с этой стороны, а переработчик с той стороны. Блин, построиться, в принципе, можно прямо где-нибудь здесь. Место дохренище, если вдруг выживание зайдет, и я здесь задержусь, то можно прям нормально так расшириться будет. Чё-то мне как-то даже не по себе. Официальный сервер Блади. Я смотрю, там то есть сервер появился, ну, минут 10, грубо говоря, назад. Я смотрю, онлайн повышается, повышается, а потом раз, меньше становится. То есть люди по привычке, то что новый сервер, они заходят на него, а потом смотрят, что новая карта и просто валит отсюда. Блин, неужели настолько новая карта не зашла? Признаться честно, друзья, это мой третий старт за сегодня на официальном сервере. Сначала я пошел на стандарт. Через 5 минут в чат, не знаю, подписчики, хейтеры или, в общем, русские чуваки начали орать в чат, что здесь играет Хантас. Потом нашли кибитку, начали в чат кидать корды. Через 20 минут вокруг моей кибитки было 10 кибиток. И, ну и, соответственно, неиграбельно. Просто тупо неиграбельно, не понимаю, зачем так делать. Пошел, значит, на Бладе. Уже, получается, немножко подотстал, потому что сервер, получается, утром там выходил, либо вчера вечером. Ну, в общем, там, сами понимаете, на Бладе уже ребята подразвились там. Ладно, построился, и через 10 минут мне уже в личку пишут соседи русские, оказывается, русский клан. Типа, а чё, не на общественном, здесь читаков же много. Ну, в общем, у меня возле моей квадратной 2 на 2 кибитки каменной уже стояло 3 шкафа, чтобы я не мог дальше строиться, грейдиться, даже банально спалку кинуть не мог. Ну и, соответственно, отстрелку делают, я не знаю, для чего все это делается. Либо чтобы мое выживание в зачатке все померло, типа, не знаю, с одной стороны, конечно, это очень мешает, с другой стороны, льстит. То есть ребята даже, получается, в количественном преимуществе, они как-то во мне врага видят, конкурента конкретного, и, соответственно, они как-то хотят меня потушить в зародыше, не знаю, но, блин, хрень какая-то получается. Ну, не по себе, что-то сервак какой-то вообще мертвый, хотя Бладе только что вышло. Да, новая карта, просили новую карту, а в итоге все на нее плюнули. Так, домулька. Давай, отстань. Гаражка какая универсальная. И топляк есть, и переработчик. И там и ящички еще можно подлутать, да? Только вот надо мобов как-то заагрить по красоте. О, забегали чуваки. Так. А тут и ящиков даже больше, чем по стандарту, да? Еще одна маска. А нет, там просто переставили. Сейчас бы СНГшку выбить. Тихо, 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 тихо. Давай это. Жести. Нет, с ними надо будет что-то делать. Либо бакать, убивать. Там, во-первых, железо, сера может выпасть, МВК.
чтобы не мешали перерабатываться. Но с одной стороны, и чувачки тоже будут откисать. Не знаю, посмотрим, может быть, их наличие даже на руку мне будет. Я думаю, время терять не буду. Пока у меня есть маска, даже две уже. А сейчас пойду ойлку подлутаю. Комнаты еще не заспавнились, но можно по самой ойлке пробежаться, во-первых, топливо наколупать и печек зафигачить. То есть Блади X3, в принципе, скраб X2, а на ресурсы прям нормально будет фармить. Да, ойлка не грузится. Так даже чуваков, кстати, чекать можно. По-моему, это только на новой карте, на старой. Это, хотя и на старой я так тачку терял. Вот. Ящики пойти посмотреть. Может быть, СМГшку какую-нибудь выбью. Пока чуваки занимают места. Собираются. Так, не зря я с собой арбалет взял, стрелу выбил. Только вот надо было с собой побольше хила взять по пути. Тут мобов до хрена. Просто. Фига себе, ящиков много. Еще штаны. Нашел способ, как избавиться от них. Может быть, и халявные ресурсы какие-то будут. Мне вообще сейчас железо на самом деле. Там вот лесенка, она поднимается. А обратно уже стопится. Блин, какой-то чувак в репортах появился. А, вижу его, успею. Отлично. Секретный домик. Документ нафиг не нужен. 5000 дерева. Так, а второй у нас сломался, да? Но она сейчас будет бегать. По-моему, нет. Отлично. Главное, чтобы не проснулась. Две тысячи серы на халяву. Нифига себе! Видели рикошет, друзья? Не знал, что есть рикошет от арбалета. Блин, успел забежать. Вот это, конечно, тупость. Плюс голова.
Так, ладно, все, уходим отсюда. Вот паскудно. Вот мрази. И дерево я с собой не ношу, да? И шкаф они воткнули по-любому. Жадность, жадность их сгубила, то, что они хотели мой лут, но мне, блин, до последнего бы, наверное, там сидел и хрен, без лута бы остались, на край просто бы деспавнил, там один ревик бы оставил, чтобы добиваться, чтобы лут деспавнился. Они и так пытались, и сверху, и снизу все это ремать. Как я ненавижу это застройство, это я не знаю, то есть это просто последние люди на это, наверное, идут. А, вон пишет в чат, тайцы. Или арабы вообще. Просто последние люди на это будут идти, потому что по-другому тупо не умеют. Ну, блин, не знаю. Это тебя видел, чувачок? Даже броня есть. Не знаю, да, даже пули рикошетят. О, хорошо скрапал. Ну все, в принципе, мне хватает на изучение бобовки. Это тоже, пожалуй, заберу.
Бежит, 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 бежит. Только не говори, что ты без СМГшки. С СМГшечкой. И опять без дерева. По-другому быть не должно было, чувак. Сорян. Просто никак. Ну и все, ты мне больше не интересен. Так они еще что-то поставили. Какой-то чувак левый в репортах. Но их нет. Я где-то полчаса назад, наверное, смотрел. Они здесь были. Чуваки, которые меня застраивали. Так, 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 так. Почти фул железа с этой стороны, блин. Ну, шкаф, скорее всего. А хотя вот это, наверное, могли биг печь они так поставить. Смотри, почти по фулу железо загрейдили. Блин, как пингует сервак. Ты кто? Где-то внутри, что ли? Так, давай, пока грейдиться не начали. Тут их, оказывается, аж четверо играет. Так, что по луту тогда вкусно должно быть? Так. Ух ты ж, нифига себе вы фармите. Топливо все на бочке пустили, третий верстак. Нигде больше лазеек нет, вряд ли у них будут бобовки. Давайте посмотрим. Хорошо. Пока вы там где-то бегаете, лутаетесь. Ничего, чуваки, я могу и подождать. А, печечки фул, конечно.
Народа до хера в репортах появилось. Я здесь вот себе загрейдился. Ух, ни хрена себе. 4 рыльника. Да, давайте посмотрим, что здесь. У них дробаш и СМГшка. СМГшка на 10 патронов. Они еще, походу, не изучили ее. То есть, в принципе, все перспективы у них были. Компоненты такие себе. Кувалды. Ну, такой посредственный лут, на самом деле. Мне кажется, они все-таки бобовку изучили. Ну, я, в принципе, загрейдился в железо. Так, у меня еще есть железо. Но мне нафиг не нужно. Пока. Вот сюда отпущу. Ну, все, без шансов. Можно, кстати... Вот я тупой, на самом деле. А шкаф здесь оставил. Сюда залезет. Вот когда-нибудь сюда бы его поставить. И кипятку пока можно было себе бы оставить. Да хотя вот здесь пусть будет. Пришли какие-то два кента. Убили хозяев дома. С ревиков. Из палки поломали. И удрали еще, да? Добавок, да. Ну все, спокойно можно ресурс, я думаю, переносить тогда. Застройщики мои опять застроились на том же месте и продолжают отстраиваться. Блин, интересно, там кудлуки повесил, нет? Я сейчас у них по дому лазил, он сразу грейдиться начал. Нет, не повесил. Вот внутри, не знаю, в железе нет. Лишнее накинул. Так. О, СМГшки, нифига себе. Одна бобовка нужна срочно. Либо вот так вот.
Опять до хера нафармили. 200 МВК. Да, ну железо, конечно, толком наплавить не успели. Я вообще другой дом смотрел. А, тут чувак недалеко дроп вызывал. Иду, нифига себе, думаю, они что ли вызвали? Нет, отстраивались, там дальше дом еще есть. Ненавижу, когда застраивают. Просто ненавижу. Опять третий верстак, чуваков минус. О, железная голова. Ну, в принципе, я за каждый раз вот так вот с них ресурсы поднимать. Фиолетовые, синие карточки. Красавчики, красавчики. Просто лучшее. Так, молоты на переработочку. Так, где карточки? Зеленые тоже надо взять. Блин, нет места. Ладно, сейчас распределим. А скрапа не хватает, да, голову изучить? Коллиматор. Блин, я уж думал, коллиматор. Ну, в принципе, супер. Это выкинуть. Это сюда. В принципе, место есть. Бедолаги, конечно. Но делать так лучше не надо. А, тут еще вот чувачок. Не застроились. В общем, чуваки вот эти вызывали дроп. У них есть УЗИ. Я пытался выбить,
Ну, блин, не знаю. Мне надо срочно учиться дипать. Их можно, в принципе, даже вообще дипнуть. Потому что они такие себе смешные. Офнулся. Нет. Зря я эту спалку, походу, сломал. Он бы мне тут дверь открывал. Еще одну дверь открой. Он меня не видит до сих пор, что ли? О, покушать как раз. И водички даже принес, красавчик. Все, чуваки, у вас тут на всю ночь. Вы же не против. Хотя железо пусть плавится. Что мне с этого железа? Похозяйничаю тут немножко. О-хо-хо-хо-хо. А вот это я, пожалуй, заберу. Ой, красавчики. Фига они серу плавят. Нам надо, знаете, что надо им ВК здесь наплавить и забрать каким-нибудь образом. Это, походу, надолго. Ну тут еще чуваки подтягиваются на самом деле. Они походу пароли говорят, эти двое офнулись. Кстати, вот здесь вот за этой дверью чувак с УЗИ лежит. Блин, может быть они его поднимут. Вот здесь вот шкаф. Я пока порох покрафчу, не против. Бобовки сделаю. Я не понимаю, откуда этот чувак приходит постоянно. У него, не знаю, нет спалки дома. Причем он вводил как будто пароль долго. Так, я не знаю, он прописан в шкафу, нет. Мне надо устроить вакханалию, чтобы ему приходило уведомление. Ну давай нож доломаем. Какая печка не работает? Блин, какой же убогий молот стал. Единственный плюс это то, что им шкаф можно сломать с собой. Есть смысл брать, когда дипаешь. Короче, поставил на крафт 25 бобовок за их же ресурсы. Мне нужен уголь. Срочно нужен уголь, еще 5 бобовок сделаю, взорву вот эту дверь и узики возьму. Я не знаю, конечно, что это мне даст. Следующая дверь, если тоже железная,
Я могу у них здесь наплавить и выбраться, в принципе. По еде, по воде у меня как минимум запас час целый. Печки есть. На край я вот так вот могу спрятаться. Здесь себе место сделал. Конечно, гоиндипер из меня такой себе. Но это очень интересно. Тот чувак, наверное, на панике. Сейчас этих своих тиммейтов будет поднимать. Время, правда, уже 4 часа ночи. Вряд ли они уже встанут. Надо сейчас срочно до узиков не добраться. Если я сейчас возьму те узики, все. У них просто без шансов. Так. В принципе, тут даже же не 30 бобовок, так как у меня таланты прокачаны. Тут у меня 27 есть. Но я сейчас лишусь практически всех печек. А мне надо будет дальше плавить уголь. Этот не идет. Альфа. Ну неужели нет спалки? Как вы вообще играете? Главное, чтобы мне не нокнуться. Ну, в принципе, здесь совсем другой конец. Так что не должны достать. Еще одна, да? Не, не хватает. В принципе, теперь хватит. Так, 60 пороха. Нет, не хватает. Три печки у меня остается в распоряжении, в которых мне сейчас предстоит плавить уголь. И выбираться. Ну, может быть, этот дурачок придет. Мне сейчас главное до узиков добраться. И все. Они ничего не сделают, во-первых. Сейчас главное себя не взорвать. Ну, в принципе, три печки нормально. А, этот дурачок идет. Так, узики сюда. Нету? Нету. Зачем тогда я дверь взорвал? Может, у тебя? Не, он вообще голый. Печально. Да не. Давай, открывай дверь. Он, кстати, застраиваться может. Еще какой-то. Сколько их всего вообще в клане? Уже 7, да, получается? 6 или 7? Они чуваков на помощь зовут. У меня здесь есть где разгуляться. Главное, чтобы он бобовку не кинул куда-нибудь в ноги прям. У них там, походу, вообще жесткая паника. Ну, вся оружка здесь вот у них. То есть и узики они туда занесли. По-любому. Мне туда забежать надо. У меня полтора молота, я еще один скрафтил, там труба была. Да, на бобовку, чтобы не накинули. Типа, выходи. Может быть, промажешь как-нибудь и дверь откроешь. Ну, ты давай не хулигань, а. Да, еще один чувак. Открывай вот эту дверь, и все, мы разойдемся миром. Не поднимет. Да, еще одного позвали. Ну, 6, по-моему, да. Не 7, 6.
А всего-то стоит бобовку за ежедневку взять и мне кинуть куда-нибудь. Вообще, давайте попробуем сейчас вот так вот спрятаться. Может быть, они не поймут, не найдут меня и подумают, что я там. Открою дверь. Типа, нихера себе, куда я делся. Надо было... Еще... А, это как раз чувак, который меня изначально запустил. Ники-то какие мажорские. Вот ты тупой. Боже мой. Три бобовки. Блин, не хочу рисковать бобовками на самом деле. Ну хотя вот здесь вот не должно убить. Но черт его знает эту игру. Ну давай. Все, пацаны, это мой дом. И я в нем хозяин. Да. Ты куда? Ты куда? Я, кстати, так и узики не видел. Проснулся узичник. Фу, сейчас поставлю двери и посмотрим ресы. Надеюсь, что узики здесь будут. Ну, по ресам и так до хера. 160 МВК. Жирочек, в принципе, тоже возьму. Все возьму. Так, где узики? Мне кажется, знаете что? Он их изучил. Нет, вот они. Есть. Вот, собственно, фамус еще есть. Нихера себе. Так, узики давай учим. Блин, еще бы коллиматор, конечно. Но это я совсем охерел. Я тут уже все застроил. Стол себе занесем. Вам он уже не нужен. Так, что, давай узики изучим прямо здесь. Мне кажется, хватит скрап. Или 750 ровно нужно, да? 20 скрапа не хватает. Здесь не было нигде, да? Ну, в принципе, я думаю, я живым дойду. Ресов просто тьма.